Первопрестольная приглашает жителей регионов на лечение. С заманчивым проектом «Москва – столица здоровья» можно ознакомиться в интернете. Россиянам обещают медицинскую помощь в лучших столичных больницах бесплатно по полису ОМС. Мы связались с 29-й Московской городской больницей имени Баумана. Учреждение тоже присоединилось к проекту и готово принимать пациентов, в том числе и ивановцев. Сегодня в нашем учреждении жители любых регионов России имеют возможность получить высококачественную квалифицированную медицинскую помощь по полису обязательного медицинского страхования без какой-нибудь дополнительной оплаты. Руководством учреждения было принято решение организовать специальное подразделение для работы с пациентами из регионов. Для приема выделили дополнительных сотрудников. Больница оснащена самым современным оборудованием, которое существует в мире, а значит, возможности в лечении практически безграничны. Наши операционные укомплектованы современными лапароскопическими стойками, в том числе HD-стойками, которые позволяют выполнять самые современные, самые малоинвазивные операции, в том числе на желудке, на толстой кишке, по поводу различных грыж. Безусловно, гинекологические операции в большинстве своем выполняются также лапароскопически. И все это поддерживается, помимо, собственно, стоек, современными коагуляционными панелями. Необходимо понимать, что причины для лечения в столице должны быть по-настоящему вескими. Эти появившиеся сегодня возможности, конечно же, улучшат качество жизни жителей России, которым по месту жительства по тем или иным причинам затруднительно получить ту медицинскую помощь, которая нужна конкретно им, конкретно этому пациенту. Главный медик Ивановской области Светлана Романчук предостерегает: самовольное решение лечиться за пределами родного региона может обернуться неприятными последствиями для пациента. Меньшее зол – это если больному придется заплатить за медицинские услуги из собственного кармана. Но бывали случаи и похуже. У нас есть печальный опыт, когда соседние регионы активно рекламируют какие-либо свои услуги медицинские, там протезирование суставов и так далее. Люди уезжают туда без направления из департамента здравоохранения, потом возвращаются с осложнениями, которые приходится лечить здесь у нас на территории. Очень многие серьезные, скажем так, методики, высокотехнологичная помощь оказывается у нас в регионе в рамках ОМС. Поэтому я бы рекомендовала, прежде чем куда-то поехать лечиться, все-таки уточнить в департаменте здравоохранения. Направляют ивановцев на лечение в другие российские города в тех случаях, когда в родной области помощь просто невозможна. При этом на руках у больного должно быть направление от субъекта, гарантирующее оплату по ОМС. Елена Белова, Денис Денисов, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.